хочу уничтожить вашу стену. Это тьма, все преподносится на людей. Охота начинается. Хорошо, я продам вам охранную систему за 3000 баксов. Плюс у меня куча поддержанных микрофонов. Может, купите? Проверка микрофона. Раз, два, три. Раз, два, три. Наконец-то Хэнк научился считать до трех. Это точно. Было лучше, пока вы все молчали. Было лучше, пока ты не заговорил. Пошли, подключим этот компьютер за 3 штуки. Давай, работай на все 3 штуки. Время выстроить оборону. У меня все. У меня тоже. Парни, я забаррикадировал гараж, как вы и просили. Отлично! Никакому убийце сюда не войти. А теперь попробуй пройти. Пора уходить. Проклятие! Ой, да ладно. Всего лишь несколько бочек. Уносим ноги. Стоп, а где War Dragon? Тупой автомат, отдавай мою соду! War Dragon! Иду, иду! Вот мой план. Используем гнома как приманку. А когда охотник подойдет, вы опускаете на него контейнер, и все, охотник попался. Понятно? Нет проблем. На счет раз, два, три, действуем. Да понял я, понял. По
Погоди, мы действуем на раз, два, три или непосредственно на счет три? Что за? Что это такое? Почему это здесь? Зачем? Что это такое? Что это? Какой был сигнал? Отмашка или кодовое слово? Свисток? Я так не могу. Бин, тебе нужно отдохнуть. Сбрасывайте контейнер. Бин, кажется, это сигнал. Может быть, это код. Или ловушка. Или Хэнк злобный робот. Или мне все это снится. Отдай управление мне. И не мечтай. Я вижу вас обоих. Бежи в рассыпную.